В одном из израильских зоопарков смотрители обратили внимание, что живущие в неволе ежи начали поправляться, и довольно быстро их вес увеличился почти в два раза. Когда ежика по кличке Шерман клали на весы, стрелка уползала за полуторакилограммовую отметку. Специально для Шермана была разработана диета, которую успели назвать «ежовые». Мы его держим на диете, поскольку он стал настоящим толстячком, и пока он не похудеет, мы его на волю не отпустим. Пока Шерман похудел всего на 120 граммов, так что вряд ли он достигнет нормы ранее, чем наступит лето, говорят специалисты.